Красивый миниатюрный букетик из роз, которые никогда не завянут. Подписывайтесь на наш канал. Из бумаги у нас тонкая гофрированная. Вырезаем кружочки диаметром 5 сантиметров. Режем по спирали и скручиваем в цветок. Подписывайтесь на наш канал, у нас много отличных идей. Своими руками. У основания цветок приклеиваем. Используем любой клей для бумаги, мы для удобства взяли термоклей. Цветочек готов. Из зеленой бумаги вырезаем листочки и клеим к цветку. Цветочков нам понадобится 27. Из плотного картона вырезаем круг диаметром 10 сантиметров. Обклеиваем зеленой бумагой. Одну за одной приклеиваем розы. Из плотного картона вырезаем две полосочки. Делаем сгибы вот так. Склеиваем, как показано на видео. Если вы все еще не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить классные новые идеи. Упаковку сделаем также из бумаги. Мы взяли гофрированную. Обклеиваем в 2-3 слоя. Осталось букетик завязать тонкой серебристой ленточкой и украсить бусинкой. Букетик с ладошку готов! Он никогда не завянет и точно займет почетное место на полочке или рабочем столе. Делайте подарки с любовью! Подписывайтесь на наш канал!